Распечатываем, что там с Amazon пришло. Сумки. Классный цвет такой. Да, быстренько. Это термо. Огромный тоже. Сюда входит вода. Широкий довольно-таки. Классный цвет такой, золотой. Да, это для шмоток. Короче, такая сумка. А это что здесь? Это боксы для белья. И боксы. Трусики отдельно, футболочки отдельно. Все понял. Это можно было и пакетик целлофановый. А нифига. Это классная штука. Для лифчика. Это для девочек. Понятно. Да, таких сумки три. Так что можешь себе одну забрать. Да, Бусянька, и для Буськиных шмоток тоже нужна сумочка. Сумочка нужна для шмоток Буськиных. Все, пошел разбираться. Давай-ка Буся ему без себя тут как-нибудь. Стоп! Стоп, сказала. Стоп. Так, все, я ложу назад в коробку, бабуся, все, так. Давай. Так, друзья, не смотрим новости, готовим вкусную еду. Я буду запекать рыбку. Здесь оливковое масло. Лучок порезала. Остались кусочки папайи, которые я не могла доесть. Сюда высыпаем. Сейчас сюда пойдут цукини, желтый перец, кабачок, две помидорки. Вот у меня такая морковка нарезанная. Рыба уже стекает. И добавлю чеснок. Полью лимончиком. Посмотрим, что получится. Смотрите, какое буйство красок. Это такой праздник витаминов. Некоторые овощи органик. Все порезано крупными кусками. Сейчас я сюда буду укладывать рыбку. Так, наша рыбка на месте. У меня осталось много соевого соуса. Сверху пойдут специи. Посмотрим, что у нас получится. Кстати, вот это вот блюдо мне посоветовали здешние русскоязычные американки. Я как-то работала в русскоязычной школе. И девушки там следили за фигурой. Они спросили, что я готовлю. Мы делились секретами. И обычно вот в Украине я такую рыбу, белую рыбу, делала в кляре. Они удивились и спросили, зачем я это делаю здесь, в Америке. Потому что это все-таки затрачивается время, лишний жир, не очень полезно. И вот они мне посоветовали такой рецепт. Это очень вкусно. Я вегетарианка, я мясо не ем. А кто кушает мясо, попробуйте хотя бы раз или два в неделю себе такое блюдо приготовить. Блюдо диетическое, малокалорийное, очень полезное. И по времени 5-10 минут на подготовку. То есть помыть, порезать, посолить, поперчить, залить лимончиком, либо каким-либо соусом, можно майонезом. И поверьте, это очень вкусно. Вот такая замечательная рыбка у меня получилась. Сейчас будем пробовать. Шуба из овощей. Соус. Здесь у меня курочка варится. Ребенку, так сказать. Я буду кушать. Приятного аппетита. Все, лопает, лопает. Подстриженный, чистенький. Кушай, кушай, мальчик. Вот видите, как у него уши телепаются. По еде. Блин, надо шапочку заказывать. Есть такие шапочки специальные. Что-то я прогнала. Подстригла его мальчика, выкупала, высушила. Причесала. Модный, модный такой мальчик. Да, кушай, кушай. Слушается. Купаю, слушается. Говорю, повернись, поворачивается. Сушу, говорю, пойдем сушиться. Идет сушиться. Ай, ты моя любимка. Ну, уши, конечно, телепаются в тарелке. Блин. Буся, зачем я тебя купала? Ой, капец. Это если бы он вот так вот зарос весь. Вот так вот просто.
до пола шерсть кудрявая. Мне бы такие волосы, как у него. Да, Бусянька? Кажи, мама, что ты пристаешь ко мне? Боже, как с собакой, как с ребенком. Покушал, принес мне игрушку. Ему сейчас бегать нельзя после еды. Говорю, иди пописи и спать. Пошел пописи. Все нужно напоминать. Чистенький такой. Все равно кушал. Уши в каше. Ну, в еде, естественно. Там мясо, витамины, овощи. Устала за целый день. Завтра еще новый день будет еще лучше, чем этот. Живите с миром. Пусть все у вас будет хорошо. Я еще лед люблю добавить. Студент немец приехал в Россию по обмену студенческой этой самой. Ну, какой-то праздник был. Русские пацаны устроили пьянку в общежитии и пригласили этого немца. Он пишет своей жене. Вчера пил с русскими, говорит. Так напился, что чуть не помер, говорит. А сегодня они меня пригласили и сказали, что нужно похмелиться. Похмелялся, стало еще хуже, лучше б я умер вчера. Сижу в штанишках, мне муж их подарил в первый день приезда. Я вообще офигела, потому что он подумал, что мне нужно в чем-то спать. Он думал, что у меня нет пижамки. Ну давай расскажи. Расскажи про эти штанишки. Вот, эти штанишки я подарил Свете тогда, когда она приехала сюда первый день. Да. Ей так понравилось, она сказала, они такие мягенькие и тепленькие. Потом она их куда-то спрятала на долгую полку и сегодня только опять одела. Да. Когда она их одела сегодня, я ей решил подшутить над ней. Я сказал, Света, посмотри, что у тебя на штанишках. Все штанишки унизаны американскими флагами. И я говорю, Света, я тебе даю домашнее задание. Ты должна к утру мне посчитать, сказать, сколько у тебя американских флагов на этих штанишках. Как выход из положения, я ей предложил взять ножницы в руки, вырезать каждый флаг по отдельности, складывать в стопочку, а потом сесть посчитать и утром мне рассказать, сколько же флагов на этой самой. На что мне светило ответа? Ответила Света, а в чем же я ходить на дек? А нифига, эти штанишки памятные, я их резать не буду. Я умная, скажи. Да, я умная, они меня греют, да. Эти штанишки вообще экзотика, да. Это наша семейная реликвия. Поэтому эти штанишки будут всегда со мной рядом на бэк-ярде, на фронт-ярде, на кухне и с мужем. И в постели. Ну да, как бы так. Засранец. Ты засранец. Собачку увидел.